Доброго времени суток, с вами Злой Элвис. Сегодня я займусь восстановлением старого советского микрокалькулятора Электроника МК-57А. Я приметил его в коробке с хламом на блошином рынке. И так как сам продавец понимал его убитое состояние, озвучил цену всего в 20 рублей. Сказалось также отсутствие крышки батарейного отсека. Естественно, я его купил, и он долгое время пылился в шкафу. Но теперь пришло время дать ему вторую жизнь. Данный калькулятор этого заслуживает, ведь он производился аж с 1984 года на заводе «Искра» в Ульяновске. Это был крупнейший производитель электронных приборов и систем вычислительной техники. С развалом Советского Союза, когда в стране прекратили свою деятельность целой отрасли, на заводе «Искра» также резко упало производство. В 2008 году на базе АО «Завод «Искра»» было создано новое предприятие – АО «НПП «Завод «Искра», которое стало продолжателем основных видов производственной деятельности и функционирует по сей день. При покупке я не проверял работоспособность калькулятора, а оно вызывало сильные сомнения, так как он валялся под открытым небом и его корпус был вскрыт. Возможно, с него что-то сняли ради драгметаллов. А они там есть, пусть и в очень небольшом количестве. Инструкция говорит о 44 миллиграммах золота. Поэтому проверим его работу от пальчиковых элементов питания. В моем случае это никель-металлогидридные аккумуляторы Duracell. Достаточно дорогие аккумуляторы, которые меня разочаровали высоким внутренним сопротивлением и, соответственно, низкой токоотдачей. В этом плане N-Loop, на мой взгляд, намного лучше. Аккумуляторы очень туго вставляются. Видимо, во времена этого калькулятора батарейки были постройнее. На первое включение калькулятор никак не отреагировал. Но все дело было в оторванном проводе от батарейного отсека. При подключении провода калькулятор включился, но, к сожалению, не реагировал на нажатие кнопок. Впрочем, самое главное, что он включился. Ну а с кнопками разберемся позднее. Приступим к разбору. Сняв заднюю крышку, я сразу решил ее почистить. Для этого использую изопропиловый спирт. Крышка приведена в порядок и теперь как новая. Идем дальше. На первый взгляд, плата электроники в хорошем состоянии, что радует. Снимем переднюю крышку. Она держится лишь на защелках. Да, очень странное решение – использовать поролон, он же пенополиуретан, в клавиатуре. За 35 лет он превратился в рыхлую липкую кашу, что, кстати, также происходит в ваших советских диванах. Со временем поролон впитывает запахи, теряет пластичность. Химические соединения, находящиеся в его составе, начинают распадаться и выделяются в воздух, неся вред здоровью. Поэтому не жалейте и выкидывайте свою старую мягкую мебель. Я не буду чистить каждую кнопку отдельно, просто засыплю их в банку и залью горячей мыльной водой. Кнопки очищены и сушатся на салфетке. Вру, на самом деле это туалетная бумага. Удаляю остатки поролона с клавиатуры. И протираю ее спиртом. Верхняя крышка калькулятора тоже нуждается в чистке. Произведу ее за кадром. Крышка как новая. Ну почти. Она имеет слегка желтоватый оттенок. Я не знаю, было ли так с завода или же это от времени. Применять какие-то агрессивные чистящие средства я не стал. Можно испортить пластик. Плата электроники не нуждается в чистке. А вот вакуумный люминесцентный индикатор весь в пыли. Кстати, именно индикатором модель с буквой А отличается от обычного МК-57, в котором использовался красный светодиодный индикатор. Сердцем этого 25-клавишного микрокалькулятора является разработанная в 1977 году микросхема К145 и П11А, породившая целую серию калькуляторов, например, МК-23. И даже применялась в игрушках, например, в этой детской кассе 1985 года выпуска. А это преобразователь напряжения, выполненный в виде отдельной платы. Его контакты пронумерованы от 1 до 5. В инструкции указано значение и напряжение каждого контакта. Теперь я отпаяю батарейный отсек для его чистки и замены проводов. Батарейный отсек как новый. Наверное, с калькулятором игрались дети. Он был весь в пластилине. Особенно тяжело было вычистить это углубление.
Протираю разъем внешнего питания и отпаиваю старые провода. Нарезаю новые провода из моего любимого многожильного провода МГТФ. Изоляция отлично снимается зажигалкой. Удаляю лишний прибой с платы и запаиваю новые провода. При этом надо быть осторожным, чтобы не перегреть дорожки, они могут отслоиться. Теперь разберемся с проблемой неработающих кнопок. Замыкаю контакты питания и проверяю. Кнопки работают. Возможно, причиной была залипшая в поролоне клавиша, блокирующая ввод. Установим кнопки на место. Теперь нужно придумать замену поролону. И мне в голову пришла идея нарезать полосы из упаковочного материала, которым меня щедро снабжают китайцы. Для фиксации использую клей B7000. Ну и собственно клеем. Теперь устанавливаем клавиатуру в верхнюю крышку и собираем калькулятор. Плата-преобразователь не давала захлопнуться корпусу, пришлось ее немножко подогнуть. Отсек устанавливается первым, поэтому корпус пришлось заново отщелкнуть. Аккуратно прокладываю провода и калькулятор практически готов. Теперь проверяю все клавиши. Так как экран восьмиразрядный, девятка не нажмалась, но она тоже работает. Но это еще не все. Отсутствующую крышку батарейного отсека я напечатаю на 3D принтере, а для этого сниму парочку размеров. Рисую простейший эскиз будущей крышки и сразу отправляю на печать для предварительной примерки. Примерка показала, что необходимо увеличить ширину, так как крышка вставляется слишком легко, и уменьшить высоту, так как она выпирает за пределы корпуса. После корректировки эскиза моделирую крышку до конца. Делаю необходимые скосы. В завершение добавляю декоративный рельефный элемент, почти как в оригинальной крышке, и отправляю на печать. Для печати я выбрал серый PLA-пластик с металлической пудрой в качестве наполнителя. Крышка сидит великолепно. Но и это еще не все работы с данным калькулятором. Использовать пальчиковые батарейки или даже никель-металлогидридные аккумуляторы неудобно, поэтому я переведу калькулятор на питание от литионного аккумулятора. Подойдет любой аккумулятор, который войдет в батарейный отсек, например, от старых телефонов. Для зарядки аккумулятора возьму плату TP4056. Припаяем к ней аккумулятор. И провода питания калькулятора.
подключимся к разъему. Аккумулятор и плату зарядки можно зафиксировать на термоклей или двусторонний скотч. Аккумулятор заряжается от microUSB и калькулятор отлично работает. Но как долго проработает калькулятор на одном заряде? Для этого мы измерим потребление тока. 64 мА. При заполнении индикатора цифрами ток растет незначительно. Но это достаточно большой ток, особенно в сравнении с современными жидкокристаллическими калькуляторами, которые могут потреблять доли миллиампера. Емкость установленного аккумулятора 1000 мА в час, значит, на одном заряде калькулятор проработает около 16 часов. Я думаю, этого более чем достаточно. Это мой первый опыт по восстановлению старой электроники. Если вам нравится подобное видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а я благодарю за просмотр. Всем пока!